Щелково. Пустынные улицы, закрыты большинство магазинов и объектов сферы услуг. С 30 марта в регионе без особой надобности жителям не рекомендуется выходить из дома, чтобы случайно не стать переносчиком вируса. Ежедневно за порядком на улицах следят сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС в защитных масках и перчатках. Одиноким прохожим напоминают о неукоснительном соблюдении карантинных правил. Масочки нет, к сожалению. Вот хожу вот так вот, если куда захожу. Ага. Вот моя масочка. Скажите, но ваш выход именно связан с прогулкой животного, да? Конечно. Это необходимость, конечно. То есть и так бы вы не вышли бы, конечно? Конечно. Я вышла, у меня возле дома 2 метра магазина, если за хлебом только вышла бы, а так? И то я хожу в такое время, стараюсь, когда никого нет. Общение сотрудников полиции максимально дружелюбное. Реалии сегодняшнего дня без особой надобности выходить из дома не стоит. Нарушаете? Почему? Что именно? Самоизоляция. Самоизоляция? Сейчас покажу, почему. Волонтером города Щелково. Маски-то нету? Есть. С собой? Да, с собой. Один? Просто, к сожалению, дышать тяжело в ней. Ну, вы хотя бы так периодически, потому что все равно... Я вот только-только вот снял, и вы на встречу. Ну, я вот только что с заказа. Естественно, когда я иду к бабушкам и дедушкам, я сразу маску надеваю, и в этой маске следует всю маршрутку. Это все правильно. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка в целях профилактики граждан о необходимости изолирования дома, чтобы не появлялись на улице. Всего в округе осуществляют охрану 15 патрулей. Сегодня задействовано 30 сотрудников полиции. Особое внимание людям старшего поколения. Сотрудники полиции говорят о необходимости использования одноразовых резиновых перчаток и ношения масок. И к таким добрым советам следует отнестись с пониманием. От соблюдения карантинных мероприятий зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. В основном люди выходят либо в магазины, либо в аптеки, либо гуляют со своими домашними животными. Да, в принципе, разрешается, конечно, люди не нарушают. Но, соответственно, есть граждане, которые пытаются как-то ослушаться нас, выходят с детьми гулять. Ну, к счастью, таких случаев очень-очень мало. Если уж по какой-то причине вам все-таки пришлось выйти на улицу, не забудьте взять с собой маску, надеть перчатки и находиться от окружающих на расстоянии более 1,5 метра. Это, по крайней мере, обезопасит вас от заражения. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне соблюдают карантин, Яндекс придумал сервис, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Система сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии и выдает результат в баллах. 0 – на улице много людей, 4-5 баллов – на улице почти никого. В Щелкове индекс за сутки составил 3,6 балла. Большинство людей дома. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.